Кот, ты чё отвернулся от телевизора? Как смотреть? Доброе времени суток, ребята. Доброе времени суток, ребята. Кот, тебе так удобно. Кот! Сейчас с вами перекусим немножко, мои хорошие. В Анапе такая жара, ну вот правильно говорят, август самый такой здесь. Ой, насчет моря не знаю, но я думаю, шторма нету. А может быть и есть. Вчера был шторм, позавчера был шторм. Море уже как моча, теплое, горячее. Я люблю море такое, чтобы было попрохладнее. Озеро, море, Финский залив. Река попрохладнее, чтобы была. Ну, река, она сама по себе бывает и холодная, и прохладная. А море такое сейчас горячее. Ну, кто-то любит как мочу, да? Давайте с вами покушаем. Это ножницы. Ножницы, ножницы, ножницы. Давайте с вами что-нибудь перекусим. Вот видите, жара, небо, небо голубое, море черное. Почему такое море черное? Е-е. Небо голубое, море черное. Почему такое небо голубое? Или почему такое море черное? Я думаю, не знаю, не штормит. Снежок! Ну-ка, тихо! Чупа! Ты перевернулся! Молодец! Вчера водички заказала чистенькой. Три канистры там еще не закончилось. Вот где стоит с этой пульпой. Так, что я хотела? Что я хотела, мои хорошие? А стройку давайте быстренько покажу и пойду покушаю. Покушаем или покушаем? Стройка. Жарко, мои хорошие, жарко. Вот стройка. Не-не-не, Чуп, не надо. Я потом тебе с окна еле как вы, ну... Девятый этаж пошел, мои хорошие, девятый этаж. Девятый этаж, потом еще десятый и еще пять этажей. И крыша. Работают вовсю. Сейчас здесь еще на этой стороне у меня тенечек. А потом будет уже солнце. Надо будет шторки закрыть, чтобы сильно не светило. Сейчас на той стороне солнце пялит. На той стороне. Да Чупа! Ты что меня заставляешь кричать? Нет, гулять не пойдешь. Подъезд боишься, а окошко не боишься, что здесь с окна можно упасть. Ему уже 6 лет, мои хорошие. 6 лет ему уже. Посуду надо будет зарядить, помыть. Это чуть позже. Это чуть позже. Мяу. Ну, я уже там что-то положила, грязное, что-то даже и чистое перемыть. Еще раз. Что-то еще, что-то еще, что-то еще. Что-то еще и что-то еще. Давайте я налью себе квасу. Запивать. Украина. Слава Украине, да? Попить. Приятного аппетита вам, кто будет кушать. Ну и мне, конечно, видели, да, стройка вовсю. Работают и в жару, и вообще. Сейчас август самый такой. Самый такой. Салатик. Вчера нарезала. Ой, надо потише сделать. Орет телевизор. Потише надо сделать. Время в Анапе 11:05. Сегодня 4 число. Сегодня 4.
Август, мои хорошие. Уже скоро сентябрь. Детям в школу, студентам тоже. Хорошо. Вчера салат, не доели салатик. Здесь перчик, огурчик, помидорка, зелень, лучок. Зеленый лучок. Видите, сколько сока пустил. Ладно. Я бываю, иногда этот сок ем, а иногда выливаю. Не буду этим сейчас заниматься. Ага. И листья салата здесь. Конечно же. Овощи наложу. Накладу, да, мои хорошие. Наложу, блин. Ай, блин. Грамотейка, блин, да? Грамотейка. Упала. Грамотейка я, да? Так, квасик налили. Вилка. Вилку надо. Квасика. Подготавливаем с вами кушать. Ну, кто-то заранее делает мукбанк, уже ставят. А я с вами решила. Так, вилку какую-нибудь чистую. Так, это грязное я уже положила. Я говорю, что-то буду перемывать. А что-то я уже сюда грязное позасовывала. Так что не пугайтесь, мои хорошие. Чистая вилочка. Я вообще чокнутая у вас. Грамотейк наложу. Накладу. Положу. Ой, мой русский язык. Он большой, да? Русский язык. Великий русский язык. Заказала, чтобы не готовить. Чуть-чуть заказала шашлычка, чуть-чуть. И чуть-чуть картошки печеной. Салат мой, конечно же. С моего любимого кафе там более-менее готовят. У Мангала называется кафе. Соус в подарок. Мне просто в подарок его положили. Я там фактически постоянный клиент. Лавашика заказала. Картофана чуть-чуть. Все по чуть-чуть, мои хорошие. Все по чуть-чуть. На одни разы покушать. Чин-чин! Как у вас делишки? Я думаю, хорошо у вас делишки. Да, в Анапе август это самый такой мерзкий. Ну, такой, знаете, он, как сказать, картофашечка. Печеная. Я думаю, не вареная. И чуть-чуть миска. Чуть-чуть шашлычка. Чуть-чуть. На один раз покушать. Салфеток они не ложат. Ну ладно, я свои салфетки. Не положили что-то салфеток. Пожалели. Или же забыли. А может и не было у них. Лавашек. Приятного аппетита, мои хорошие. Как я снимаю? Вот куда я вообще? Одной рукой все рвать. Ну, очень вкусно. Угу. Очень вкусно. Давайте. Как время уже? Как время быстро бежит? Как мне надоело это время?
Девчонки, ну очень вкусно, очень вкусно. Посмотрите, какой шикарный салатик. А огурчики, все там, зеленушка, перчик, помидорки, укропчик, лучок, лавашек, шашлычок. Очень вкусно, очень вкусно. Посмотрите, какой шикарный салатик. Очень вкусно. Снимала я. Тяжело быть ютубером, да? Или нет? Посмотрите, какие блинчики классные испекла. Давайте еще раз. Очень вкусно. Смотрите, картошечка. Шашлычок. Смотрите, какой сочный. Сочный шашлык. И салатик, соус, шашлычок. Очень вкусно. Смотрите, картошечка. Ну, не знаю, наберет видео, не наберет, не знаю. Все, я кушать хочу. А, вилку принесла. Угу. Нехорошо, извиняюсь, я снимала там. Вот этот огурчик. Вчерашний салатик. А. Картошечка. Тепленькая. Знаете, многие люди не любят вчерашние салаты кушать. Он остался, ну куда его девать? Жалко выбрасывать. Плюс, знаете что, я вам скажу. Он как маринованный получается. Знаете, как вот в банках закрываешь на зиму. Да хоть на зиму, хоть когда. Когда? Как будто из банки открыла. Закрутка как будто бы. Он такой получается классный. Так вот, на чем основание? Как у вас настроение, мои хорошие? Ого. Шашлычок. Это реально шашлык жарят? Это не... Вон угольки даже на мясе. А, или пепел. На мангале жарят. Меня в том кафе же любят. Повар меня влюбился на. Злой стал мне навязывать этого ребенка. К совести призывать.
Ну как в такое не влюбиться? Ну как? Я у вас хорошая, а вы мне еще лучше. Жирком обожаю. Жирок. Люблю шашлычок с жирком. А кто-то не любит. Ну, как из маринованной банки получается салатик. Вкусно. Витаминки. Свининая шейка. Конечно, я могу сама делать, но повар сегодня очень вкусно приготовил. Да, у меня хорошая. Не разговаривать не могу. Вкусно. Катя училась в престижном вузе на втором курсе. Однако все студенческие работы и экзамены за нее писали и сдавала однокурсница Оля. Овощи, белок. Полезно. Когда Оля внезапно отказалась помогать Кате, девушки поссорились. Так вот, вчерашний салат превращается как в маринованный. Здорово. Лавашик крушится, да? Ну как мне одной рукой его порвать? Приятного аппетита, мои хорошие. Приятного вам аппетита. Люблю, целую вас, обнимаю. И на птиц смотрю. Мясо сегодня вообще великолепное. Свежее. С жирком. Сочное. Ну и салат мой великолепный тоже.
И салат у меня великолепный. Хоть и вчерашний, но вкусный. А время бежит, да. Кот! Ну что ты делаешь? Ну не везде он жирком положил, конечно же. Может, он думает, что женщина не любит жирок. Но первый кусочек был великолепный, с жирком. Ну и кусище, да? Я не могу ничего говорить. Это просто вкусно. Переложу сюда картошку. Угу. Мои хорошие. Печеная картошка тоже полезна. Это кусочек сала. Но все-таки я люблю с жирком мясо. Первый кусок был такой, какой я люблю. А вот эти кусочки уже такие. Постные. На улице жара. Жара на улице. Смотри, видишь, что тут? Проходишь его и...
Жирком бы лучше положил бы все. Жирок полезен. Жир нужно кушать сало. Бекон. Рыба. Рыбий жир, да? Масло там. Почему вообще жирок нужен? В небольших количествах. Он же гормональную систему нашу организм работает. Не все же постное же, ну, кушать. И, конечно, небольшое количество жирок, да. Вот так. Желчь не будет застаиваться. Щитовидка будет хорошо работать. Женское здоровье. Ногти, волосы. Это все нужно. Мясо тоже нужно кушать. Это белок. Правильно, мои хорошие? Правильно же говорю. И второй кусочек жирком положил. Молодец. Очень вкусно. Стройка идет вовсю. Дома уже продают. Уже люди покупают, бронируют. Острый. Ой. Ой. За вас. Уже продажа квартиры этих вовсю. Вот так. Перец ядерный. Кому-то не нравится жирок. Кому-то он противен. Мне нравится. Да.
гормональная система работает. Ну, если в норму кушать. А если тоннами? То да. Плохо. Приятного вам аппетита. Я думаю, что все хорошо. Ну, более-менее, да, думаю, у вас. Я думаю, что у вас все хорошо. Более-менее. Перчик тоже. Приятного аппетита. Кушайте много, кушайте мало. У кого какие аппетиты. Кушайте вкусные, полезные. Пока-пока. До скорой встречи. Приятного настроения. Здоровья. Вы были на канале «Жизнь в бетонных стенах» с Ольгой ТВ. Делаем подписки. Вам приятно? Мне приятно, вам не трудно. Вкусно. Ну, свой шашлык, конечно, вкуснее. Свой. Пока-пока. До скорой встречи.